модный гид от Fashion Time.ru. Звездный тренд – винная помада. Красная губная помада – это один из тех трендов, которые актуальны всегда и везде. В этом сезоне пришла пора насыщенного винного цвета. И пусть вас не пугает такой смелый оттенок. Умеренный макияж глаз, ровный тон кожи и правильно подобранный наряд сделают образ гармоничным и актуальным. Бейонсе, Кристиан Стюарт, Сара Хейленд и Риана смело носят помаду вишневого цвета. Среди оттенков модными в этом сезоне являются также бордовый, рубиновый, сливовый, вишневый, а также темно-лиловый, близкий к черному. Фэнтези-бра от Victoria's Secret. Кэнди Свенпл, южноафриканская модель, представила фэнтези-бра американского бельевого бренда Victoria's Secret. Новинку, украшенную драгоценными камнями, оценили в 10 миллионов долларов. Каждый год перед показом Victoria's Secret Fashion Show марка представляет жемчужину своей коллекции – Fantasy Bra. Самое дорогое бра за всю историю показа Victoria's Secret марка оценила в 15 миллионов долларов. Модель была представлена Жизель Бюнхем в 2000 году и сразу попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое нижнее белье. Бра было украшено драгоценными камнями, включая рубины общим весом в 300 карат. Дэвид Боуи был назван самым хорошо одетым британцем. Дэвид Боуи был достоин звания самого хорошо одетого англичанина. Музыкант оказался на первом месте в списке самых модных британцев всех времен журнала BBC History. Рейтинг составляли авторитетные историки и модные эксперты. Боуи, чью кандидатуру выдвинул дизайнер Вэн Хемингуэй, известен своими авангардными сценическими костюмами и необычным макияжем. Певец возглавил топ самых хорошо одетых британцев. Он на первом месте. На втором месте оказалась королева Елизавета I. А на третьем – Джорджиана Кавендиш, герцогиня Деванширская. Кара Делевинь снялась для новой весенне-летней кампании бренда DKNY. Кара позировала не одна, а вместе с моделями Джорджин Данн, Элизи Каммингс и рэпером А$AP Rocky. Съемка, которую стилизовал Алистер Маккин, прошла в Нью-Йорке на Таймс-сквер. Все герои фотосъемки позировали на крыше или на капоте одного из желтых нью-йоркских такси. А в Инстаграм даже появилось видео, где Делевинь на каблуках, в коротких шортах и в футбольном шлеме танцует на одной из машин. Не забудьте подписаться на канал Fashion One на youtube.com и смотрите нас, когда вам удобно.